117% налоговых отчислений к уровню прошлого года. Такие цифры на встрече с предпринимателями Пензы озвучил председатель регионального правительства Николай Симонов. Это дает возможность смело говорить о том, что на вызовы времени наш бизнес ответил более чем достойно. В этом году мы столкнулись с теми проблемами, которые мы не могли даже предположить в начале года. Их много. И беженцы, мобилизация, санкции, естественно. И можно продолжать долго этот список. Но мы справились. Поддержка колоссальная. Со стороны, в первую очередь, федерального правительства. Мы это тоже знаем, понимаем. И банки. Да много. Порядка более 150 мер поддержки принятых. Ну, уже начиная с февраля месяца. И наш бизнес, опять же, активно принимает в них участие. Но эти меры поддержки, они будут продолжаться по мере необходимости. Чтобы не просто остаться на плаву, но и преуспеть, предпринимателям приходилось оперативно искать выход из сложившейся ситуации. Во многом помогли коллеги и подчиненные. Самое основное – это, конечно, команда, которая работает на предприятии, которая готова отвечать на те запросы, которые возникают. То есть весной – это разрыв логистических цепочек, осенью – это история с мобилизацией, когда сотрудники открыты к диалогу, когда они понимают, что мы с ними вместе, руководство и сотрудники предприятия, то, конечно, многие вопросы решаются гораздо проще. Подводя бизнес-итоги 2022 года, руководителям успешных предприятий вручили благодарности губернатора Пензенской области, а также гранты победителям конкурса от Фонда содействия предпринимательству.